Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Хочу сегодня поделиться с вами боксом. Только стартанул. Называется Earn Box. Значит, что мы здесь будем делать? Легкий заработок, рекламить свои проекты, ну и партнерская программа. 5 способов получать прибыль. Это тизеры, устанавливайте расширение в браузере. И за это мы будем за просмотр получать денежку. На серфинге за просмотр сайта во фрейме. Так, видео зарабатывайте на просмотре видео YouTube. Бонус, заходите для получения бонуса каждый час и получайте денежное вознаграждение. И бонус капча, получайте бонус с повышенной ставкой каждые 24 часа, пройдя партнерское задание по продвижению сайтов и проведенческим факторам. Значит, вопросы-ответы. Посмотрим, что у нас здесь. Частые вопросы. Секундочку. Так, ну, сколько аккаунтов? Один, конечно. Так, как получить выплату? Необходимо набрать минимальную сумму выплаты, зайти в профиль и заполнить форму вывода. Так, на какие платежные системы выплачивается? WebMoney, Payeer, Яндекс. Так, что делать, если я не получу выплату? Так, немного терпения. Возможно, ваша выплата не прошла автоматический вывод и будет выплачена в ручном режиме в течение 5 рабочих дней. Как пополнить баланс? Это для рекламодателей. Так, ну все. Ну и партнерская программа. Давайте нажмем регистрация. И что у нас здесь? Вводим логин, email, прописываем платежные реквизиты. Пароль нажимаем. Я не робот. Я заполню все поля и далее продолжу. Я все заполнила. Нажимаю зарегистрироваться. Регистрация успешна. Сейчас перебросит в кабинет. Ну что, так наш кабинет выглядит изнутри. Так, давайте далее пройдемся. Что у нас? Пользователей 122. Всего пользователей 752 человека. Новости здесь. Баланс. Два баланса у нас. Значит, тизеры. Здесь мы... Что у нас здесь? Здесь у нас пока ничего. Ага, тизеры. Чтобы начать зарабатывать, достаточно установить одно из доступных расширений. Ну, давайте попробуем. Нас перебрасывает в магазин Google Chrome. Нажимаю «Установить». «Установить расширение». Так. Вот оно у меня скачивается. Сейчас оно должно установиться. Видите? В левом правом углу. Давай устанавливайся. Так, все. Сейчас оно у меня вот здесь должно где-то появиться. Ага, вот оно расширение. Расширение Earn Box. Получать деньги. Так, активировать. Нажать на значок. Нажимаем. Логин. Рефералы. Здесь наша как бы статистика. Частый вопрос. Техподдержка. Так, далее. Это мы сделали. Тизеры. Серфинг. Опускаемся ниже. Здесь у нас вот серфинг. Тизеры. Серфинг. Можно и здесь переходить. Давайте посмотрим, что у нас за серфинг. Так, загружается сайт. Так, ну что-то у меня сайт не загружается. Ладно, видео. Нет доступных видео. Капча.
Так, получить бонус. Нажимаем. Ссылок. Так, неоплаченные. Получить бонус. Что-то он ничего не получается. Так, ладно, бонус. Получить бонус. Ага, пропустить рекламу. Букс только стартовал и еще вроде как сыроват немного. Так, подождем время. Пропустить рекламу. Ну что, бонус получен. Бонус выдается раз в 60 минут. Сумма бонуса от 1 до 5 копеек. Для получения нужно нажать на кнопку «Получить бонус». Так, ну вот это что я сделала. И далее нажать на баннер. На баннер нажимаем. Понятно. Возвращаемся. И вот у меня на балансе появилась денежка. Вывести на кошелек. А это значит у нас рекламный баланс. Так. И вот идет отсчет времени. Так, далее. Серфинг, бонус, капчу-то мы прошли. Рекламодатели серфинг сайтов можно размещать. Так, опять же, тизеры, серфинг. Значит, сюда ссылочку, описание. Минимально за просмотр 5 копеек. Рекомендуемая цена 7 копеек. Но это по желанию. Количество просмотров минимально 100 просмотров. Значит, и к оплате вот 7 рублей оплатить. Ну и неплохо. Так, далее баннеры. Точно так же. Значит, ссылка на сайт URL баннера. Здесь количество тоже 6 рублей оплатить. Контекст. Так, ссылка на сайт, описание, ссылка. Так, количество показов минимально 1000. И стоимость за показ вообще он, посмотрите, как дешево, к оплате 3 рубля. Так, и видео. Это вообще суперски. Так, буквы и цифры после вот здесь описано. Минимально за просмотр 5 копеек. Количество 200. Минимально 12 рублей. Тоже неплохо. Ну и спецразмещение здесь. Ну для рекламодателей здесь вообще суперский. Рекламируемый URL ссылочка. Картинки ссылочка. И минимально здесь уже 20 копеек. Рекомендуемо 21. И 10,50 к оплате. Так. Здесь мои заказы. Пополнить счет. Это для рекламодателей, друзья. И партнер. Рефералы и структура здесь будет отображаться. Реферальные ссылочки у нас. Так, все это вниз опускаемся. Значит, реферальная ссылочка на главную страницу, на страницу регистрации и баннеры. Ну и замечательно, так? Ну, можно даже покупать здесь, друзья, рефералов. Вот. Здесь цены, это уже тоже по желанию. Так, теперь вывод. Нажимаем сюда. Опять спускаемся. Вывод, Payeer. Выплат не было. Payeer, если мы... Ага, смотрите. Минимум к выплате 1 рубль. Баланс на вывод. У меня вот показана 1 копейка. Ну и здесь будет история выплаты. А здесь, какую вы платежную систему укажете? Payeer, WebMoney и Яндекс. Вот. Введите код протекции из письма. Значит, нам еще придет письмо на почту, я так понимаю.
Получить код протекцию. Сюда нам вышлют код. И потом при выводе мы вот сюда будем его вставлять. И нажимать получить выплату. Ну, это, в принципе, все. Кому интересно, пользуйтесь. Не интересно, проходим мимо. Я поделилась с вами лишь только информацией. Ну, а там уже сами решайте. Хотите, работайте, хотите, нет. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.